Ну, я думаю, это была все-таки ожидаемая награда для вас. Но какие впечатления? Ну, впечатления всегда приятные, потому что получать подарки, особенно вот такие развлекучечки, как лонгборд. Развлекучечки. Да. Мы уже обкатали его, на самом деле. Да, только что. Покатались, крутая штука. Спасибо большое. Жалко, что не 4. Ну, мы будем... Хоть 4 колеса. Да, мы будем по очереди на нем кататься. Я думала, в следующем году будут еще шансы. Будем надеяться, что в следующем году, да, нам подарят 3. Вот. На самом деле, ну, очень приятно, очень признательно за эту победу всем нашим, всем, кто голосовал за нас. Спасибо огромное. Это наш раз хотим показать вам огромнейший респект. Да, это наша 5-я номинация, поэтому у нас юбилейчик, пацаны. Пингвинята. Ну, на самом деле, вы уже начали отвечать на этот вопрос. Скажите что-нибудь своим фанатам, которые, в общем, голосовали за вас, и которые не только в этом зале, а они по всей России вас очень любят, так что... Ну, не только за сегодня, хотелось бы сказать в целом за всегда. Спасибо вам огромное за то, что вы всегда рядом, за то, что вы болеете, поддерживаете нас. И у нас самые крутые бандиты. Вот... Если говорить серьезно, то мы с Тёмой обсуждали эту тему и очень много рассуждали на ее предмет. Вообще, в принципе, вот то, что происходит с нами и с нашими фанатами, это очень тонкая материя. Mm-hmm. Любовь, которая проявляется к нам с их стороны, это что-то невероятное. На самом деле, действительно невероятно популярны вот буквально в последний год. Как вы думаете, вот в чем ваш секрет? В текущий год. Нет, я ничего не предсказываю. Будущее предсказываю, на самом деле, шикарное. Вот как вы думаете, в чем ваш секрет? Почему вам удалось вот буквально за такое короткое время стать настолько популярными, поехать на AMA? Ну, на самом деле, группы, которым сейчас лет по 30, мне кажется, они этого не достигли. А вы так быстро у вас это получилось. Секрет в нашей команде, которую вы не видите. Один представитель из них стоит вот прям за камерой. Вот. Продюсер, да, Константин Меладзе, да, которому мы благодарны, правда, за все. Огромная команда, продюсерский центр Velvet Music во главе с нашим продюсером Константином Меладзе. И они делают все, чтобы мы были лучшими. И таковыми, наверное, сегодня мы являемся. Спасибо